Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Айс и... Айзик. А вернее, мои бесплотные попытки хоть куда-то дойти в Айзике. Поехали, опять за рандомчиком. Так оно покруче будет. Спиддаун, ну, бывает что. Блин, так вот умирать сразу глупо, наверное, да? Потому что там может быть какая-нибудь шестпастая комната. Логично, да? И мы могли более ценно так все сделать. Что это такое? Cloudger Animal. А тут есть какое-нибудь описание, блин, предметов, как... Как, блин, в других рогаликах? Нету, ладно, нету. Ну, короче, я не знаю, что это новый предмет. Поэтому я абсолютно в неведении, что это такое. Что это вообще может быть. Ну что ж, сейчас уже отмазка, то, что я давно не играл, как бы не сработает. Мы все-таки с вами даже две серии целых записали, поэтому. Как бы, смотрите, все зафиксировано, но видео. Хотя... Ой. Блин. Это было опасно. Ну, это было реально опасно. Без всяких этих это было опасно, потому что... С моим скиллом играть на пол хп это... Ну, опять же, да, рандом нам не самого, может быть, там, крутого, удобного для меня конкретно персонажа выбрал. Это понятно все, но... А не дает и тот предмет, который мы взял, чтобы разлетались враги вот на такие пули? Не мои ли это слезы? Не наши ли они? Ну-ка, подождите, давайте попробуем убить этого типа. Походу, да. Предмет дает... После уничтожения цели, то, что эта цель разлетается, ну, как бы взрывается слезами, только не факт, чьи они. То есть, могу ли они от них убиться или нет, бьют ли они меня и всех, или бьют они только врагов. Или бьют только меня. Ну, как бы вот так вот, да? Блин, предмет оказывается, если они бьют и меня, и врагов, этот предмет оказывается очень хреновым для меня. Либо нумасянской сущности в играх такого рода, жанра и прочего. Это будет для меня сложно. Если же они меня не бьют, а бьют только врагов, например, то это, конечно, круто. Вопрос. А возможно, они бьют... Меня, а врагов не трогают. Пробуюсь. Да не, врагов они вроде задевают. Это видно. То есть он по врагам вроде как идет. Один. Да? Вот насчет мушках, да? На мушках, на этих, на самых маленьких, было вроде это видно. Ну, а теперь осталось только запомнить, что этот предмет нам дает. А учитывая память Нубасяна на предметы из рогаликов... Это Unreal Engine 10.5. Это реально практически нереально. Реально практически нереально, да? Тут камушки так... Посматриваю на предмет разорения этих самых камушков. Вроде ничего такого тут нема, да? Ну, я невнимательный, вы знаете. Насчет всяких этих камней с крестиками, которые можно расхреначить, чтобы получить синие хпшки. Но вроде их там нет. Не было. Не факт. Этическая, колотическая...
Че такие жесткие боссы, мать их за ногу? Надо убивать сразу. Значит, потом они меня задолбают. Да, вроде коцается от этого разлетания, хотя. Сейчас непонятно было, коцается или нет. Я вроде не коцаюсь. Мне показалось. Но я не буду проверять специально, какое у меня недостаточное количество жизни. Ладно, босс побежден. Бежден мега уверенно, профессионально, нубасянски. Не тот предмет, который я хотел бы. Честно вам скажу. Возможно, то, что я иду по этим канализационным уровням для открытия чего-либо сейчас, абсолютно бесполезно и не нужно. Возможно. То, что я по ним иду, это просто, не знаю, дополнительная, типа, дополнительный риск, просто на чем не основанный, ничего не нужно и так далее. Тоже враги новые, я до этого вроде не видел, и комнату вообще такую не видел, если не ошибаюсь. Да с... Я просто промазал. Я просто промахнулся по бою. Айзик. Айзик с D6, ну, поехали. Так я играл для меня, наверное, сам была. Балансированный персонаж был даже без D6, но с D6 он имбоватый становится. Очень обидно сейчас вышло, что мы черное сердце потеряли. Не получается у меня что-то нифига пока что. Как будто я не играл в Айзик столько времени. В принципе, как будто я в него не играл. Да, наверное, пауза была слишком большая. Айзик достаточно все-таки сложная игра, по крайней мере, для меня. Чтобы так легко вернуться и тащить. Легко и просто. Ну, шприц. Я менять D6 не стал, потому я не помню, кстати, меняется. Вроде любой, да, предмет меняется D6. Ну, такой имеется в виду. Потому что шприц меня, в принципе, устраивает. Скорость — это круто. Вот такие камушки. Да, Зайзик, видите, игра нам сразу дает черное сердце, игра нам сразу дает кучу монет, игра дает нам синее сердце, то есть, как будто бы игра подстраивается. Берем сумочку, естественно, потому что больше ничего крутого тут нет. Да, идем на босс. Босс несложный, больше неприятный, наверное, да. Что мухи, не знаю, мне казалось, что мухи вот эти, но большие, да, раньше вроде не вызывались. Нет? Как-то он сам поменьше мух выпускал. Или не со временем так увеличиваются, если их не убивают. Это я могу путать, конечно. Можно, конечно, одну бомбу использовать. Должен взорвать их все. Но босс достаточно простенький, поэтому зачем?
Ну, повезло, поменяли на вменяемую вещь. Думал я брать, не брать 2 хп там и уменьшение скорости, блин. Решил, не буду я их брать. Попробую поменять на что-нибудь, да? И на этот раз D6 нас не подвел. И дал вещь, которая, ну, для меня, наверное, лучше и той, что была. Хотя это не точно, нифига. Для кого-то другого, может, наоборот. Взрывать... А, не взрываются? Казалось, что черные пауки обязательно будут взрываться! Малейшая потеря внимания. Они откладывают яйца. Оп. Малейшая потеря внимания, и все. Получил то, что, блин, то, что нужно, блин, получить было по голове. От маленького, блин, беззащитного нахрен паучка просто пол хп минус. Это вот потеря, необоснованная потеря хп, это, блин, проблема и болезнь во всех рогаликах у меня. Иногда мы можем что-то там как-то сделать прям красиво и по красоте, но иногда так вот... Вернее, очень часто теряем жизни просто так, ни на чем. Так скажу. Давайте трипл-шот возьмем. Будет, конечно, помедленнее, но... В принципе, неплохо. Еще бы неплохо, да, зажрался вообще. Не скажете вы, будете правы, наверное. Блин, часики вещь хорошая, но я понимаю, что я не соберу эти 15 монет, скорее всего. Я все-таки почту АХП. Ну что, попробуем секреточку найти тут. Вот тут. Ай, блин, ну... Профессионал бы просто бомбу сюда подвинул бы и на халяву попытался ее бы открыть, да? Ну вот я не профессионал, а нубас, поэтому это не получилось. Ну, я даже не стал, в принципе, пытаться делать. Несколько испугался, наверное. Или просто немножко поздно заметил варианты и уже не стал рисковать. Назовем это так. Триплшот мы могли, конечно, D6 сменить, но я не видел этого в этом какую-то надобность, поэтому не стал этого делать. Ну, до второго уровня это босс уже не для первого. Второго уровня он уже слабого. Хотя, конечно, какая сборка, но сборка неплохая на втором уровне. Вполне. Берем вначале вот это. Потом меняем, наверное, книгу. И берем вот это. Две вещи, да, если я не ошибаюсь, мы взяли из сета. Из сета на кошечку нашу, да? Любимого котенка. Стоит ли туда заходить, блин, не знаю. Вот не знаю. Вот честно скажу, не знаю. Пасту, я имею в виду комнату. Ну, вы тоже, наверное, поняли. Блин, какие жесткие комнаты, на самом деле. Ну, реально жесткие. Уровни сложные. Очень
для меня сложные. Но надо больше концентрации, поэтому я, наверное, буду молчать. Я возьму этот предмет, хотя... Ну, может быть, надо было брать рандом, но я просто боялся, что там будет говно, которое мне заруинит вообще все. Так, у нас шансы какие-то есть, а это... D6, конечно, можно было потом все сменить, наверное, но... Блин. Может, я и поторопился. Какой-нибудь сложная ловка. Тупо на босса, рано, наверное, тупо на босса, и все, да? Надо D6 зарядить хотя бы. А может, у страха глаза велики, надо просто аккуратнее играть и не ссать. ХП мало, да? 3 хп. Ну, вроде нормальное, да? То есть рабочее количество. Мне его маловато, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Было на пуле не нарвался. Неприятная вещь, что это тоже непонятный предмет, я не помню его. Нам с вами не хватает ключика для магазинчика, да? Может ли быть секретка вот тут? По идее может, да? Нельзя нам секретками. Не везет нам секретками. Ладно, идем сюда. Гадский босс. Гадская таблетка была. Вот она. Таблеточка, блин, с замедлениями. Вот на атака гадская босса. Ну повезло, наверное. Ну что, менять, не менять, хп ап. Ну, давайте шприц возьмем. Опять же, шприц в принципе для демага, конечно же, лучше. А та вещь была больше для сейва. Ох, уж эти сложные комнаты, еще и... Как назло, спасибо шерсти Гапи, которая заслонила меня от пули, клубочку. Клубочек нас сейчас спас. Да... Но нет, ну нет же, ну японский ты попай. Японский ты бабай, надо было зайти, наверное, в комнату, да, синее сердце потом взять. Хреново я играю, что еще могу сказать? Ну хреново. Именно в плане даже не знаний, да, таковых, понятно, что я всегда хреново играю. А в плане уклонений, даже для себя хреново. Даже для себя. А когда-то мы этой, блин, шерстью прям боссов даже долбили. Настолько были крутые профессиональные лазики, да? На самом деле никогда мы не были крутые профессиональные лазики. Собирали имбу, проходили просто с ней весь. По большому-то счету. Если уж честно. Точно, сочиненное предложение, да? Еще один раз.
Стараемся, конечно. Мы конечно, стараемся, но... Стараюсь не спешить. Самое главное в таких играх не терять хп там, где не надо его терять. Для меня. Но, к сожалению, очень часто вот на какой-нибудь ерунде я теряю жизнь. Из-за этого дезмораль идет еще к тому же. Как снежный ком, все. Все наваливается. У нас нормальная сборка, чё мы с сын вообще? У нас скоро гарпи будет, ну ё-моё. Ну, не скоро, конечно, но он возможно. Он возможен, так чё ссать-то? Правда? Ну вот. А я-то... Ай! Ай, вот это не надо было делать. Вот так вот терять хп было не надо. Так вот тупо. Дашь половинку? С таблеточками. Ну ладно, хотя бы не говно какое-то. Что, идти на босса, я думаю? Да, думаю, да. Чё. Не самый приятный босс. Но и не самый страшный, честно говоря, правда? Особенно, когда у нас комочек шерсти есть. Ложка. Ложку мы возьмем. Спитап, потому что... Шенигапи, ребята, шенигапи. Я не могу. Плюс одна еще. Взять, не взять. Взять, не взять. Взять, не взять. До этого типа. Ладно, берем. Ой, что я сделал только что? Сам не знаю, честно вам скажу. Остался без хп. Ну, блин, гапи мы можем собрать. Мы можем реально собрать гапи. Без всяких этих. Да блин, как же мы медленно стреляем. Таблетка нам немножко, блин, подгадила, конечно. Летающие были бы мы... А, пофигу. Золотой ключ, так золотой ключ. Гулять так гулять, нахуй. Шерсть нас спасет. Гапи мы, блин, может быть, даже и станем. Конечно, любой бы, ну, даже просто средний игрок уже с такой сборкой, наверное, прошел бы эту игру. Но не я. Чую я, что все хреново будет. ХП мало. Где-то я, наверное, может быть, зря ХП растерял. Хотя, может, и не зря. Ну, два урона, да, точно было зря, понятное дело. Сволочь.
ненавижу эту комнату. Ненавижу этих врагов. Фух, обошлось. Для меня это реально жесткая комната, очень жесткая. А вот тут камни эти, блин, черные. Это ты хрен поймешь, есть на них какой значок. Нет никакого значка. Ну, в плане взрыва, да, камней. Ну что, будем пробовать? Думаю, что надо. Первый раз угадал, где ХП. Вторую бомбу потратил зря, но ничего. Было бы обиднее, если вдруг бы не было. Тут было бы намного обиднее. А так-то что? Так-то все нормально. Так, живем. Ай! Не сразу понял, какие именно эти мужики. Что они конкретно будут со мной творить, пытаться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, все хорошо. Аккуратненько, главное аккуратно. Главное аккуратно. Я возьму кекс. Хотя, наверное, зря, да? Наверное, зря я взял кекс. Может, не зря. Я не помню. Кто там конкретно дает? Собака. Вот получил я этот урон еще раз. Сучья комната, чтобы ее. Чтобы ее. И ведь не обойтись, собака, эту комнату, да? Получается. Может быть, надо было, а? Может, надо было. Я не помню, сколько жизни Гапи дает. Одну вроде, да? Ошейник, вернее, Гапи. Раскрешение. Вроде одно. Ну, я говорил то, что я не пройду. Я не знаю. Ну, возможно, я слишком не умею играть в эту игру, действительно, как-то так. Спасибо всем, кто смотрел, ждите новых серий. Всем пока. Пока.